Привет, народ Ютуба. Три посылки. Так, тут, я так понимаю, оценили 7 баксов с лишним. Nail Polish, польский лак. Здесь у нас по ходу кисточки, как я понимаю. Вот. Уложили, сколько они тут оценили все это дело. 6 баксов. Хотя написано электронный продукт какой-то, не знаю, может электронный. Так, Nail опять лак, 22 цента вообще оценили. Тут ничего не написали. Так, да, начнем вот с этого упругого пакетика, а то на потом оставим. Так, что у нас здесь? Какая-то коробочка. Там пусто. И здесь у нас обана. Да, крутяк. Это, походу, не только для ногтей можно использовать, а и для творчества. Что-то там сверлить, перлить, вырезать. Покрытие какое-то, я не знаю, что это за покрытие. Ну, такой наборчик симпатяшный. Сейчас женщины вообще припали на этот, на ногти, скажем так. Там чуть ли не шедевры делают. Вот как раз это для этого и будет. Шедевры. Ладно, там ссылочку дам. Как появится что-то новое. Или на Инстаграм, или на Ютуб. Не знаю, но это не я. Не я занимаюсь этим, поэтому извиняйте. Так, дальше идем. Пакетик вот этот давайте посмотрим. Что здесь у нас? Что тут такое? Да, я так и... Все, больше ничего не высыпается. Кисточки чуть-чуть погнули. Давайте вскроем это дело, посмотрим немного ближе. Так, с какой стороны не вижу. Теперь вижу. Думал, этим штрих-кодом закроют. Как бывает иногда. Так, все выходим. Все. Опа, один уже зипсовался. Ай, все посыпалось. Ну, понятно. Нет, этот хорошо держится. Тут колпачками накрыли. И походу, наверное, вот так делать. И... Так, ладно. Шутки в сторону. Блин, ладно, потом одену. Да, тут, смотрю, некоторые деформировались. Тут гуляет. Ну, обжимать надо лучше и лучше упаковывать. Тут тоже гуляет немного. Ну, то можно подклеить, в принципе. Сюда клей нанести. И насадить. Одеть плотно-плотно. Так, хорошо. Ну, хоть живые пришли. Кисточка мягенькая. Аккуратненькая. Вот такая кисточка. Класс, да? Последний, сами лаки, гелевые лаки, которые не просто так, а для них нужно еще целая куча всего. Так, все тут правильно, я правильно хоть положил. Упаковка дрянь, как видите. Ну, посмотрим на содержимое. Сейчас все глянем. Ладно, вот такие лаки. Сейчас я чуть приближу. Чуть тут не по-нашему нарисовано. Буквы какие-то. Я, конечно, не прочитаю. Made in USA. С Китая прислали, а Made in USA. В Америке сделано.
35М чего-то там, 14 миллилитров. Да, ну вот такие вот штуки. Они, походу, все одинаковые. Как всегда, описание смотрите под видео. Сейчас я весы возьму еще. Пускай они чуть постоят. Сейчас я возьму весы, и мы посмотрим, сколько они весят все-таки. Так, включаем наши весы. Нолик, смотрим. 37 грамм. 36 грамм. 35. По очереди 35, 36, 37. А теперь 37 все-таки. Ну давайте вот это 37 откроем. Посмотрим, что там. Все закрыто. И не проверить. Ну, я вскрывать тогда не буду. Или вскроем все-таки один. Ну, вскрыть надо все-таки. По моему убеждению, вскрыть надо. Сейчас все проверим. Все закрыты, чтобы не повытекало в случае чего. Смотрю, тут пожароопасно, видите. Гореть можно, так что можно костер распалить. Сейчас мы это дело сковырнем, потому что по-любому открывать надо. А мы еще должны убедиться, что там внутри. Для этого нам понадобится, походу, инструмент. Аккуратненько вскрываем. Вот он там белый такой. Гель-лак фиолетового цвета какого-то, да? Он вроде как отражается фиолетом, но тут реально белый. Хорошо, поверим, что он есть. Что он есть, что он хороший, что он белый. Какой палец использовать? Обычно мужчины используют мизинчики. Во, круто, абстрактный рисунок, а-ля фиг знает как. Так, сейчас будем ультрафиолет искать. Так, ладно, все, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надо выставить. Пишем комментарии, ставим лайки и до новых встреч. Всем удачи, всем пока-пока.